Доброе утро, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы коротко порассуждать об одной теме. Я ее сразу озвучу. Это видео называется «Россия – это не Русь и не Руссия, а это Россия». И это видео посвящено политикам и журналистам, далеко не грамотным. И таких становится в последнее время все больше и больше, которые утверждают, что Россия – это страна русских людей. Это неправильный подход, неверный подход. Россия – это многонациональное государство, и оно основано на 160 национальностях, и даже чуть больше этого. Из них большинство подавляющее – это коренные народы. Слово «коренные народы» означает народы, которые жили на этой территории до вхождения в состав Российской империи или Советского Союза. Еще раз повторюсь, в слове «Россия» не стоит «Руссия». И поэтому это очень важно понять политикам, журналистам. И людям, которые не получили, может быть, в силу определенных обстоятельств, хорошее образование. Итак, корень слова – это не Русь, а Россия. Означает она огромное о количество народа, которое населяет эту страну. И это надо ценить. И это хорошо. И у меня у самого, моя жена, она наполовину украинка, наполовину русская. Я этим горжусь, что мои дети имеют такую кровь тоже и такие корни. Моя прабабушка, она была итальянкой, и я тоже этим тоже горжусь. Но скажу еще одну вещь такую, что люди, которые хотели бы манипулировать или обманывать, это люди не от Бога. Это люди не от Бога. И они в своих вот этих изречениях, ура, может быть, патриотизма или еще каких-то недалекостях, они вводят в заблуждение сами себя и в столкновение другие народы с русским населением России. Этого не нужно делать. Все мы Божье создание, хотим мы многие или нет. Но другое дело, что Божьи создания могут отвернуться от своего Создателя и начать служить врагу. И это происходит в том числе и среди журналистов и политиков. Я прошу извинить меня, если эта информация для кого-то неприятна, но порассуждайте об этом, а я желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.